сесть на хвостатально-бойной комете и в космос далекий слетать, и где-нибудь в Альпе, чтоб со Центаврой спасти от тиранов смышленый народ, и в жены, и принцессу, и ногу ловитянную приобрести и почет. Победным триумфом вернусь я обратно на новом космическом корабле. Все охуеют, и это понятно, и бляди не станут отказывать.